Привет всем. Значит, нужно сделать второе видео, потому как много задают вопросов, многим непонятно. Ну вот я немножко решил дорассказать. Значит, изначально этот короб делался всего лишь для перевозки цыплят, но в процессе я его решил доделать. Поэтому в процессе того, как я его доделал, я вам расскажу немножко и о том, что я делал и что усовершенствовал. Значит, спрашивают, почему из двух половинок сделаны эти. Потому что у меня были просто повозки, и чтобы их не выбрасывать, я их просто скрутил. Вот и вся проблема. Здесь даже еще не успел вкрутить навес. Значит, переделал я его вроде как под полубрудер, можно так сказать. Что я сделал? Значит, здесь я вырезал две клетки. И начиная с суточных цыплят и до месяца их здесь можно кормить. Также здесь вот можно вырезать и с этой стороны. Можно поставить желобок под воду, откуда они ее будут пить. Я этого пока не делал, потому что, ну нет, я так примитивно даже кормушки сделал. Кормушки вот на таких крючках загибаются, их можно ставить. Ну это, вот, сейчас я вам покажу. Вот я ее вытащил оттуда, да, и переворачиваю на эту сторону. Сейчас, секундочку. Вот так вот. И они вот так вот достают и не разгребают ее ничего лапами. А сетка, когда выносим на траву, они через сеточку могут немножко поклевать травки. Какую-нибудь букашку там. Вот я убрал сейчас кормушку, и под ней трава. Они ее могут достать клювом. Как раз получается так, что много они ее не съедят. Просто потом этот короб перестанавливаешь на более там, где есть трава. Вот, и они клюют там, достают. Через эту прорезь они сейчас... Сейчас им надо досыпать корм, они уже поели. Но в кормушках здесь, конечно, есть один недочет. Они делают вот так вот, раз, клювом. И оно как-то высыпается потом сюда. Поэтому здесь вот тоже надо делать еще один бортик, который бы вот так вот частично перекрывал. Ну, не давал вот так вот делать корму, потому что он рассыпается, и было бы идеально. А теперь по поводу использования. Значит, все исключительно устраивает, абсолютно все. Хоть я делаю спонтанно тоже этот брудер, но все очень удачно. Еще сделаю боковые прорези с этой стороны, он разделен на две ячейки, то есть до перевозки это было, ну, может, там цыплята, там утята было вот разгорожено. Задают такой вопрос, для чего крышки сверху. Я не понимаю, вообще стоит ли мне на него отвечать и к какой теме этот вопрос относится. Если не будет крышек сверху, как вообще туда цыплят засовывать? Вы там почитайте комментарии под прошлым видео про этот короб. В помещении я короб устанавливаю на вот такую вот фанеру сантиметровую. Но размер ее я не скажу. И вот можно наблюдать этот куриный помет. В процессе его можно использовать, после того, как он подсохнет, как удобрение. Между прочим, в магазинах мешочек, по-моему, 10 килограмм стоит вроде бы $5. Вот этого вот дерьма. Ну вот, правее немножко видно, это рассыпанный корм, который не выгребают. Это недостаток самих кормушек. В процессе я их доработаю. Ну и все, я думаю, будет нормально. Ну так вот, в принципе, все. Единственное, только что говорю, что вот не хватает еще прорези сбоку вот здесь вот, чтобы поставить желобки точно так же с водой. Значит, сетка здесь по сантиметру. И вот две ячейки вырезаешь, получается 2 сантиметра. Хватает от суточных. Ну, суточным можно вешать вот так вот, повыше сюда, да? А уже когда они подрастают, сетку опускаем ниже. Ну, аж до сюда где-то.
они шеи вытягиваются и достают на вот этих крючках. И меньше разгребают, в общем, так. Но этим хватает так вот, допустим. Ну вот так вот. Вот такая вот. В принципе. Ну, воду я ставлю туда, вот пока еще. Ну, сколько они живут здесь у меня, здесь еще, слава богу, пока падежа ноль. Ни разу не было, чтобы тут еще что-то сдохло. Ну все, всем пока, удачи.